несколько его точек, и все приходит в баланс, в норму. Ну что ж, у нас, видимо, начинается вторая игра. А Биг Дэдди, первый раз, честно говоря, вижу этого игрока. Биг Дэдди. Да, есть такой игрок. Ну, посмотрим, что покажет. Это Кемпер. А, да, точно. Все время я забываю эти ники этих игроков. Ну, я надеюсь, что он указан в составах как Кемпер, а не как... А, точнее, наоборот, как Биг Дэдди, а не как Кемпер. Ну, он так и указан, по-моему, в заявке. Ну, окей. Он, кстати, был... Момент, смотри, какой... Кто там смазал? Панда. Так, тем временем Торрес. Команда, кстати, поменялась цветами, я так смотрю. Синенькие теперь лемонсы. Да, у лемонцев, кстати, вроде ни одной замены так и не произошло по ходу этого матча. Даже этого противостояния двухматчевого. Вот. А Винспирит, этот, как его, Прайс так и не вышел на поле. Вышел вот как раз этот Биг Дэдди. Биг Дэдди, он же Кемпер, даже играл в матче всех звезд после весеннего турнира. Когда были там футбольные-то ники у игроков. А, было. Он был Неймаром. Просто в команде со мной играл он все время, поэтому... А ты тогда этот матч комментировал, до сих пор помню, и все время его ругал. Именно Неймар. Возможно. Тем временем тут момент, но защитник играет уверенно. Атака продолжается. За воротами Торрес. Торрес, Торрес. Да. Никак не удается лемонцам распечатать ворота за эти два матча. Мы с тобой не сказали, что это две команды, которые меньше всех забросили и меньше всех пропустили. Вот так. То есть они играют такой оборонительный хоккей. Абсолютно, они вдвоем откатываются обычно в оборону, и сейчас это хорошо видно по радару. Понятно, ну вот, в общем-то, эта тактика приносит плоды, они на первых двух местах. Нотариус, бросок, и отличный гол! Бросок. Это гол, это точная девятина, 1-0. Да, отличный бросок Нотариуса, точно под перекладину, в девятку, никаких шансов для Тёмы. Франк чудит немножко, но успел. Власов. Паша идет вперед. Передача на правый фланг. Там Торрес. Но Тёма его, видимо, накроет. Да, так и есть. Снова Тёма. Тёма раскатывает атаку красной команды. Биг Дэдди будет первый на шайбе. Я смотрю, Бастик играет вместо Азиза. Это что-то так упустил этот момент. Философия команды Винспирит, что должны играть все игроки. Вот, со всей заявки. Вот это очень интересно на самом момент. Я вот не помню, есть ли такое в командах IPHL. Вот. Но, то, например, в Тоталсах есть ряд игроков, которые просто приходят на матч и в итоге их практически не упускают. А по его, смотри, Панда сравнивает счет. 1-1. Да, забивая свою 16-ю шайбу, я так понимаю, на этом турнире. Так что Буре будет бояться. Нотариус, шайбы, опасный момент. И в чью-то клюшку, я даже не понял, либо в Тёмину, либо в защитника красной команды она попала. Очень-очень опасный момент. Меня тут просит Максим затронуть тему новой версии, которая буквально в пятницу обновилась. Опасно! Панда делает дубль. Не вовремя. Ну, нельзя так играть. Да. Ну, нельзя так играть в обороне. Не вовремя. Нельзя. Да, согласен. Не вовремя SL-версии влез тут такой момент. Но меня Максим попросил... Максим все время что-то просит, Вань. Все время, вот постоянно. Я понял. Он еще, не знаю... У него работает, Вань, микрофон, но он просто печатает в скайпе. Это регулярно повторяется в каждом репортаже. Понятно. Ну, давай про новую версию скажи. А то он да, если он меня попросил, в общем-то, я выскажу свое мнение по поводу этого. На этой версии турниры проводить можно, если вы, допустим, работник московского цирка, допустим. Вот. Я думаю, вам понравится, ребят, то есть вы будете довольны посмотреть, в общем-то, на что способны создатели за $8
Вот смотри, какой опасный момент. Биг Дэдди выходит на ударную позицию. Можно бросить, правда, с неудобной руки и в перекладину попадает шайба. А что, там ничего не изменилось на новой версии? Все так же управление игроком? Появилась урод... сетка. Ой, боже мой. Да, шайба чуть-чуть стала побольше. Она стала соизмерима, по-моему, с размерами. Ну, вот как на 0.55. Ох, какой момент! Это гол. Гол должны, по-моему, засчитать. Нет, но... по-моему, мне показалось, что шайба как раз отскочила-то в этот, в поле. То есть она попала в перекладину и отскочила в поле. Ну ладно, никто не возмущается. Ну, понимаешь, просто вот, опять же, несовершенство этого регламента вот в таких разборах ситуации, то есть вот у нас сейчас противоположные мнения по этому поводу. Вот ты посчитал, что гол, а я нет. То есть и как вот в этом моменте решать, и как отменять, заставлять команду забивать, а если потом окажется, что гола не было, или потом наоборот окажется, что гол был. То есть, ну, ты понимаешь, такая спорная. Тонкая очень грань. Поэтому, не знаю, я, например, против таких решений. Ну, регламент есть регламент, играем. В любом случае, мне показалось, что гола не было, поэтому я думаю, что никаких проблем быть не должно. Должны забивать, ну, должны момент. Забивать, но не могут. Франк? Ой, какая ошибка в исполнении Франка, и сразу вышел. Это, я думаю, он со стыда просто. Ну, так тоже нельзя, я, конечно, все понимаю, но у каждого бывают ошибки. Ну, у Ньюби спросите, сколько он бывает ошибается, но выходить это вообще, по-моему, вверх смеха. Ну, надеюсь, что это просто, может быть, какие-то сетевые проблемы, иначе это очень весело, честно говоря. Да, и промах был эпичный, конечно. Торрес с шайбой. Да. Кто на ворот встал? Власов на воротах. А, да. Ну, вообще, конечно. Еще полматча играть, счет 3-1. Нельзя, конечно, так делать. Куникс. Нет, он... Кьюникс уже готовится к своему матчу. Он играет за Южных Крейсеров, я так понимаю? Да, как раз вот после этого будет встреча Винспирит с СК. Нотариус, смотри, как здорово протащил шайбу, отдал на Торреса. Торрес выходит один на один с фланга, можно забивать, но нужно даже забивать. Но там. Ну это Торрес, ну тут как это объяснить? Тёма, ну, 100% момент. Здорово Тёма сыграл. Да это Торрес больше, ну Вань, ну он же сколько таких не забил в первом матче, и сейчас снова. Тёма хорош, я не спорю, но просто вот надо просто взять, заколотить. Вот не может. Вот как вот? Ну, может, неуверенность, какая именно психология. Мне кажется, Торрес неплохо именно в игре. Мне кажется, ему просто не хватает, может, уверенности. Для нападающего это очень важно, особенно в такой игре, когда вот надо забивать, и как-то игроки Винспирит совсем бросили играть. Нотариус! Бросок низом пробил, прошил Тёму. А тут надо как бы собраться в Винспирит, потому что раненый зверь еще опаснее, так можно сказать. Я, товарищу Буре, хочу сказать, что если хочешь, комментируй, приходи вместо меня, с удовольствием. Буре просто сказал о том, что... Ну да, ну я понимаю все. Я понял, да. Ну я, в принципе, солидарен с тобой в этом мнении. А Тёма? Панда. Там Биг Дэдди впереди. Ну, можно было передачу дать. Что-то совсем как-то расслабились игроки Винспирит. Сейчас будет, конечно, потеха, если они упустят преимущество или сведут в овертайм матч. Дальний бросок Тёмы можно подставлять. И там вратарь Власов, исполняющий обязанности вратаря, спасает свою команду. Ну, он и в Винспирит когда играл, был вратарем. Так что ничего. Надо сейчас просто собраться игрокам Винспирит. Иначе, да, действительно... Это будет большой анекдот. Нотариус. Ой, доигрался. Биг Дэдди выходит с левой руки, бросает рядом со штангой. Торрес. Тут должен успеть Тёма, да к тому же там здорово сыграл в защите. Ой, ну Тёма, ну уж все, совсем что-то руки опустили игроки Винспирит, нельзя так. Сколько раз приводило такое беспечное отношение к игре, к очень серьезным проблемам у своих ворот. Но они в меньшинстве все-таки. Все равно, вот это как раз может очень сильно сейчас усыпить команду. Очень много случаев, я могу сказать, я видел, когда команда...
И момент Биг Дэдди забивает четвертую шайбу. Да, интрига немножко уже... Ну, она, теряется. В принципе, не была. Просто я вот, например, очень знаю много случаев, когда втроем команды играли гораздо лучше, чем против соперника, у которого 4 игрока, потому что команды, у которых на одного игрока больше, иногда, ну, скажем так, неопытные команды теряются, теряются и не понимают, как играть. Им тянет в атаку всех, вот, и дикие провалы в обороне появляются. Просто надо забить себе в голову то, что ни в коем случае нельзя... менять какой-то стиль игры, то есть забывать об защите, когда имеешь на одного игрока больше. Чревато. Да, я с тобой соглашусь. Тут, я смотрю, у Лемонса появился четвертый игрок. А я даже упустил это. Слив. Это старый друг Эндрю, насколько я помню. Ну, не старый, ну, по крайней мере, они с одного города, что ли. Один из основателей этой команды. Только не пойму, чего он тянет. Ну, если это вообще, в общем-то, игрок настоящий, ну, ты понимаешь. Опасно. Ох, какой момент. Биг Дэдди делает дубль. 10 секунд до конца второго периода. Я думаю, уже все-таки Вин Спирит своего не упустит, конечно. Да, 5-2. 5-2, и, в общем-то, да. Наверное, вот этот момент, когда вошел в игру, вышел из игры Торрес, будет решающим в этом матче. О, Франк вернулся, обратите внимание. Вот, ну, я думаю, он, да, удостоится от своих игроков только положительных, в общем-то, эмоций. Ну, игра тем временем совсем у нас, смотрю, у Лимонов разладилась. Ну, они, по-моему, не могут решить, кто на воротах должен стоять. Да, тут совсем произвол уже. Франк, правда, вернулся на свое законное место. Вот так вот выглядит игра двух сильнейших команд НГХЛ. Ну, вот это, в общем-то, вот этот момент с Франком, в общем-то, испортил. Есть над чем работать. Нет, просто он испортил впечатление от добротной игры и показал, что, в принципе, в НГХЛ еще есть... проблемы дисциплинарные, скажем так, если так грубо выражаясь. Нельзя, конечно. Может, ну, может быть, у него какие-то были технические проблемы. Ну, может, я надеюсь, поскольку, ну, нельзя так себя вести, честно говоря. Это глупо по-детски выглядит, честно говоря. Ошибся, ошибки бывают у всех, просто надо держаться и крепиться, в общем-то. Ну, у нас 3 минуты еще есть, половины. В принципе, забить реально 3 шайбы, так что как бы не будем уж так. Мне кажется, просто Лемонс сейчас уже не в том состоянии, чтобы атаковать. Именно в моральном тяжело очень. Может быть, да, втроем, кстати, им было бы проще гораздо играть. Тема с шайбой. Ори. Пан, смотри, как легко он сейчас оббегает Власова. Можно... Отличная передача. Вот только хотел сказать, надо отдавать было передачу. Биг Дэдди, правда, продемонстрировал неудачный прием в своем исполнении. Торрес. Ну, нет, его накрыли. А, ну, Торрес здесь до конца борется. Нотариус. Нотариус нет. Его там принял Ори. Тема. Вот там панда открывается очень далеко и Биг Дэдди, но, правда, их закрыли. Но, опять же, вот сейчас Торрес немного неудачно отработал в обороне, панда все-таки заполучил шайбу. Все-таки надо лучше крыть, держа перед лицом соперника, нежели вот так вот спиной к шайбе, не знаю, ко всем. Торрес. Панда снова подбирает шайбу и проходит по флангу. Правда, наверное, передачу он все-таки не сможет дать, да, я угадал. Ну, команды уже, в принципе, откровенно доигрывают матч. Передача, можно забивать, и, ой, ну, не попадает по шайбе. Ну, контрвыпад сейчас можно организовать, но... Нотариус пытался в одного пройти, но его там просто окружили. 3 игрока красной команды. А Торрес не смог на пятачке там побороться как следует, и в итоге потеря. Глупая передача на Биг Дэдди. Опрометчивая.
Ори спокойно отбрасывает Тёме. Тёма может даже бросить отсюда, как мы уже видели не один раз по ходу нашего репортажа. Он всегда бросает, он не только в этих матчах. Поэтому я говорю, что Тёма гораздо более уверенно сыграет. Ну, он на воротах. Ох, ну, вратарь совсем уже не стал отбивать, он мог хотя бы низом отбить эту шайбу. Не среагировал, Франк. Не среагировал, да. Да он совсем не среагировал на эту шайбу, откровенно говоря. Я так понимаю, после победы Винспирит почти обеспечит себе, в общем-то, первое место на этом турнире. Какая передача? Ох, это была бы красивая шайба в ворота красной команды, но не удалось, не срослось. Да, у Винспирит выходит 26 очков после 10 игр. Ближайшие соперники — это Лемонс с 18 очками. Он опять вышел. Он опять вышел из матча. Ты видел? Нет, я смотрел на таблицу. Поэтому... Только не говори, что ты просмотрел, потом посмотри повтор. Ну ладно, я обязательно посмотрю. Он выдал еще покруче, чем первый раз, и снова вышел из игры. Да, несчастный Франк, честно говоря, я сочувствую, без шуток, жалко его. Просто жалко. Сейчас спасает. Отличный сейв был, да. Да, уже даже не вратарь спасает, а кто-то из защитников. Жалко Франка. Ну, я надеюсь, что все-таки игроки Лемонсов, может, с пониманием отнесутся, не будут сильно его иллюстрировать там в диалоге команд. Вот. На мой взгляд, все-таки не он главный виновник поражения во второй игре, а командная игра во многом. Хотя, если бы Франк не вышел, неизвестно, чем бы это все закончилось. Выход Франка, конечно, совсем подпортил настроение и испортил игровой тонус команды. Да, 5 секунд до конца встречи, счет 7-2. Вот уже и Торрес вышел. Да, в принципе, уже вышел куда-то, имеешь в виду. А, с игры? Да. Ну, логично, что уже закончили. 7-2, уверенная победа Винспирит. Да, 3-0 и 7-2. Вот так вот сегодня прошли матчи между лучшими командами НГХЛ.